Приветствую вас всех, дорогие коллеги. Сегодня на канале Дяди Вова будет обзор вот такой вот задней велофары, хотя не только велофары, значит, от фирмы Expedition. Она представляет собой вот такую вот вещичку из светоотражающего материала. У нас есть карабинчик и у нас есть такая вот липучка. Если мы разберем, мы увидим коробочку. Значит, вот какое-то отверстие. То есть она не является водонепроницаемой. Ну, тем не менее, она несколько грязенепроницаемая. Мы попробуем ее открыть. Сделать такое вот вскрытие. И она разбирается на такие вот части. Здесь у нас есть три светодиода. Или светодиода. Есть какая-то микросхемка. 20-30 таблеточка. Ну, собственно, и все. Она простая, как апельсин, и внешне имеет похожий цвет. Вот так вот. Два это мигание. Три это полностью свет. И 4 выключено. Ну, собственно, тут больше рассказывать нечего. Цена вопроса я вам не скажу, мне ее подарили коллеги когда-то. Коллеги сказали, что я благодарный человек, потому что если у человека есть увлечение, его всегда есть чем одарить. Если ему ничего не интересно, или у него все есть, подарок выбрать сложно. Я, что могу сказать, я с ней ездил, с этой фарой. Благодаря карабину ее можно цеплять где-то под седло, она будет вот так вот интересно болтаться. Также ее можно цеплять на рюкзак в темное время суток, если ты идешь по дороге с рюкзаком. Включил, оно себе мигает, автомобилисты тебя видят. Форма у него, у этой велофары, весьма интересная, скажем так. Вот это лучше, чем ничего, но опять же, с моей велофарой на ядерном топливе сравнивать я не могу, потому что, извините, в одном случае там фара вечная, скажем, вечная, и работает много и всегда. Здесь нужно менять батарейку. И, опять же, я уверен, хотя мне ее подарили, цену я не знаю, я уверен, что цена у нее завышенная, потому что Expedition, они продают вещи интересные, оригинальные, но, тем не менее, по цене большие. Ну, то есть, в целом, что, если у вас ничего нет, рекомендую. Если у вас уже есть какой-то задний свет, задняя велофара, тогда пользоваться рекомендую ей. Ну, на этом все, палец вверх. Ходим в экспедиции, подписываемся на мой канал и встречаемся в реалии на всяких поездках.